Тем временем Франция нанесла в Сирии авиаудары по позициям Исламского государства, группировки, запрещенной в России. Это произошло впервые после теракта в Париже. 10 самолетов французских ВВС атаковали объекты боевиков в городе Рака. Его экстремисты ИГИЛ называют своей столицей. 20 бомб пришлись на командный центр исламистов, пункт вербовки, склад оружия и тренировочный лагерь. В иракском городе Сенджар, откуда после года боев все-таки удалось выбить террористов Исламского государства, обнаружены страшные свидетельства их присутствия. Два массовых захоронения, в которых найдено около 130 тел. Более половины из них – это женщины и дети.